Привет, друзья, с вами Зажигалочка. Сегодня прекрасный летний день, и мы едем из города Мадоны в Ригу. По пути мы сделаем две остановки. Я вам покажу и расскажу некоторые интересные факты о реке Даугава и булочной Лепкалны. Смотрите и наслаждайтесь. What do you got there, Lydia? I'm picking. I don't know the name of these flowers. I've seen Latvian bee botanists. They smell so nice. Oh, they're very nice. Wow. These are wildflowers, folks. В Латвии, особенно перед Ивановым днем, 23 июня, расцветают самые необыкновенные полевые цветы. И первую остановку мы делаем в Калсново. Прямо у дороги мы собираем прекраснейший букет. А вдали желтый фон – это цветущий рапс. Из рапса делают масло. These are wildflowers, folks. I've got enough. All right. All right, then let's get back on the road. All right. Ну что ж, букет собран. Отправляемся дальше. Мада. It comes from Madaras. Yes. And Madaji. Oh, Madaji. Comes from me. Наша следующая остановка — пекарня Лепкалны, где мы всегда наслаждаемся чашечкой кофе и прекраснейшей природой вокруг. Я познакомлю вас с историей этого места, и это правда интересно. Пекарня расположена прямо на берегу реки Даугава, около города Плявенис. Древняя долина Даугавы – наиболее трансформированная природная территория Латвии. В прошлом самым красивым был участок Даугавы между Плявенис и Кокнесы. Река текла в глубокой каньонообразной долине, а по берегам обнажались доломитовые скалы высотой аж до 15-20 метров. Самым знаменитым из них была гора Оленькалнс, а на другом берегу реки – Стабуракс с валунами, порогами, оврагами и родниками. Теперь все это покрыто водохранилищем Плявенской ГЭС. Со строительством Плявенской ГЭС Стабуракс ушел на дно Даугавы, а руины Кокнесского замка, когда-то стоявшие на вершине холма, сейчас находятся на уровне самой воды. А Оленькалнс теперь это не гора, а остров, длиной 350 метров и шириной 130 метров. Туристы могут взять лодку и посмотреть на это со стороны реки Даугава. Пекарня Лепкалны. Мы всегда останавливаемся здесь, чтобы выпить кофе, пообедать и купить на месте свежеиспеченный хлеб или копченое мясо. Многие проезжающие по этому шоссе знают это место и останавливаются. Но знают ли они, как возникло это место? Я исследовала это. До войны в Латвии хлеб пекли на каждом хуторе, в том числе и в доме Лепкалны, где во времена Первой Латвии в Наукшинской волости вел хозяйство хороший помещик Янис Мендзинч. Ему принадлежало большое ухоженное хозяйство Лепкалны, основанное в 1928 году. На полях Лепкалны сеяли рожь и ячмень. Oh, where they grow wheat. That's wheat. Wheat, yeah. Look at that. Мой муж Мик – горожанин, и он не отличает рожь от ячменя. Мне пришлось сорвать несколько колосков и показать ему. Он решился попробовать на вкус, и вкус ржи ржаного колоска ему очень понравился. Недаром хлеб такой вкусный. А осенью на мельнице золотые зерна перемалывали, рожь на ржаной хлеб, ячмень на карашу.
По субботам хозяйка, повязав на голову белый платок, замешивала хлеб, топила большую хлебную печь и деревянной лопатой сажала в нее большие круглые буханки хлеба. Вскоре вся территория соблазнительно пахла свежим хлебом. Хозяин Янис всегда целовал первый отрезанный кусок. Хозяйке Лепкалны были известны особые приемы и собранные годами рецепты, по которым выпекаемый хлеб был особенно мягким и сытным. В хлеб также добавляли самостоятельно выращенные семена льна, тыквенные семечки и тмин. В 1992 году братья Дагнес и Дидис Чакури основали хутор Лепкалны в Наукшинской волости, недалеко от границы с Эстонией. Вернули землю своего деда, 42 гектара, и начали выращивать зерновые. Из выращенного ими зерна они стали печь хлеб не только для своей семьи, но и для окрестных приходов. В январе 2006 года они открыли еще одну пекарню, оборудованную по последнему слову техники, в Лепсала, на берегу Даугавы, недалеко от Плявинис в Клинтонской волости. Эта пекарня, которая находится под одной крышей с магазином и кафе, пользуется популярностью у многих автомобилистов. Она находится на 117-м километре Даугавпилсского шоссе. Мы тоже любим это место. Ну а если вам захотелось пообедать на природе, то вы можете это сделать в месте приготовления пищи. И не только купить то, что в магазине, но и поймать рыбку и приготовить уху в котелке. Если вам повезет, то вы купите свинину, которую покоптили вот в этой коптильне. Очень вкусная. Она до того популярна, что не всегда бывает в магазине. Локстонская святыня – святыня латвийской церкви Дилтори, открытая в 2017 году на острове Даугавы прямо рядом с пекарней. Она названа в честь близлежащего затопленного кургана Локстона. Локстонское святилище божеств включено в топ мировых святых мест. Это святое место поклонения, где отмечают не только годовщины жизни латышей и семейные почести, но и приглашают паломников и других гостей познакомиться с латышской духовной культурой и ее сакральной архитектурой. Вы можете остановиться в этом месте на более длительный срок, сарендовать лодку, заказать гостиницу и провести несколько дней на природе. А мы покидаем это место. Наше направление – Рига. Это мой первый фильм из серии «На машине по Латвии». В следующих фильмах я вам покажу другие мои любимые места. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.